Не умеешь подтягиваться? Вот пошаговый план. При нехватке сил у вас отстают не руки, а именно спина. Найдите турник высотой себе по грудь или пресс. Сводите лопатки друг к другу и прогибайтесь вверху спины. Тренируйтесь через день, увеличивая общую сумму повторений. Например, сегодня вы сделали 25 раз за 5 подходов, а послезавтра 27 раз и так далее. Переходите к увеличению количества раз в каждом подходе, то есть те же 50 раз, но не за 10, а за 5 подходов. В конце делайте статические удержания на время, 2-3 подхода в отказ. Когда окрепли, практикуем подтягивание с прыжка и медленное опускание. Это в начале тренировок, 5-7 подходов. Пытаемся подтянуться с прыжка. И следующее, пытайтесь подтянуться нижним хватом. Нужны программы тренировок, контакты под видео, мой опыт 10 лет. Подпишись, поставь лайк и заходи на канал. Вопросы в комменты.